Путин выиграл, это очень даже хорошо. Потому что у нас как, не надо президентов там, чтобы они как в Штатах, в Америке, меняются на туда-сюда, потом их стреляют. А наш этот Путин, этот хороший человек, вообще молодец Путин. И дай бог ему здоровья, чтобы он страну держал в порядке. Особенно вот эти игральные бизнесы, он давил всех на... И вообще, как бы с бандитами, вот с такими, которые слишком хотят наживиться за счет государства. Вот он их бы давил, и дай ему Бог здоровья. И за победу, за егошню я выпью кружку пива. Привет! Всем!